Смотри, бывало ли у тебя такое, что вот что-то очень сильно хочется купить, но до зарплаты еще... Ну, бывало. Ну, конечно, бывало, когда хочется очень что-нибудь большое, объемное. Вот. Давай посмотрим наш следующий сюжет и узнаем, как сделать большую покупку, не имея при этом больших накоплений. Надежда решила обновить гардероб. Женщина уже нашла шубу мечты. Чтобы не откладывать покупку, решила заплатить кредитной картой. Захожу в свой интернет-банк и вижу предложение по кредитной карте, по новой. И стало интересно, почитала и оформила. Вот пришла получить, потому что очень выгодно. Там 4 месяца без какой-либо комиссии. То есть за 4 месяца смогу выплатить и буду уже ходить в своей шубе. Шубу Надежда планирует купить в ноябре, а деньги без переплаты вернуть до февраля. И даже если не успеет погасить задолженность, переживать не стоит. По истечении льготного периода по кредитной карте ставка становится 17,9%. Но есть и хорошие новости. У нас есть две категории товаров, на которые эта ставка не распространяется. То есть если клиент за счет кредитной карты будет приобретать товары категории здоровья или товары на площадке Сбермегамаркета, в этом случае ставка будет 9,8% годовых. За обслуживание СМС-уведомления платить не придется. Оформить карту можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн или в любом офисе компании.